Не стали ждать ледовую переправу, а построили наплавной мост в Ханты-Мансийском районе. Компания РН «Юганснефтегаз» впервые ввела в эксплуатацию переправу через Иртыш. Конструкция позволяет движение тяжелой техники до 120 тонн. Обо всем подробнее Светлана Круковская. Проедут даже трансформаторы. Наплавной мост через реку Иртыш выдержит до 120 тонн веса тяжелой техники. Грузопоток движется через реку Иртыш для реализации проектов на Приобском месторождении. Наплавной мост возвела компания РН «Югансктнефтегаз» для освоения новой территории. Наплавной мост через реку Иртыш организован для того, чтобы обеспечить тот грузопоток строительного и грузоперевозящего транспорта, технологического транспорта. Запустили в эксплуатацию 19 ноября. Если сравнить с ледовой переправой, то это, можно сказать, еще плюс месяц, а то и больше. Все зависит от погодных условий, которые, ну, к сожалению, вот, последние годы все теплее и теплее, поэтому ледовые переправы сегодня не устраивают транспортников, производственников. Мост состоит из переоборудованных барж-площадок. Общая длина конструкции 368 метров. Ширина проезжей части 8 метров. Это позволяет организовать на переправе двухстороннее движение транспорта. В сутки могут проехать по полотну через реку более 500 большегрузов. Мост настолько прочный, что выдержит даже буровую установку. Буровая установка наша, как правило, переводится в разборном виде, но отдельные узлы, агрегаты, общая масса достигает 45, 50 до 60 тонн. То есть, конечно, для этих целей тоже. В том числе используются для технологических процессов агрегаты, вес которых достигает 65-70 тонн. То есть, в принципе, для всех этих грузов мост имеет достаточно несущую способность. На переправе установлены дорожные знаки и информационные щиты для безопасного движения большегрузов. На мостовой части – освещение. Пропуск тяжеловесных грузов, он связан с определенным процессом. То есть после пропуска необходимо осмотреть узлы, осмотреть суда, то есть несущие конструкции, на наличие каких-то повреждений. Если вдруг они возникнут, то, естественно, должны приниматься меры. В РН «Юганскнефтегазе» работают 15 наплавных мостов, в том числе на таких крупных водных преградах, как река Обь, протока Большая Салымская, Неулева и Юганская Обь. На такой реке, как Иртыш, «Юганскнефтегаз» организует переправу впервые. Здесь есть свои особенности, которые, ну, здесь характерно сильное течение, то есть размывы берегов. Компания РН «Югансктнефтегаз» сегодня ведет разработку 39 лицензионных участков недр на территории Югры. С учетом существующих производственных планов по освоению нефтяных месторождений, в ближайшие несколько лет предприятием планируется организация еще трех новых наплавных мостов. Светлана Круковская, Рашид Латыпов, «Вести Югория», Ханты-Мансийский район.